Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 18 июня. Погода очень жаркая, 28 в тени. С момента посадки кукурузы Honey Bantam прошло ровно полтора месяца. За это время кукуруза пережила заморозки, ливневые холодные дожди, полностью заросла сорняками, ибо было не отличить, где что. И, наконец, самое страшное испытание – гряд размером с перепелиное яйцо. Выжили 50% посаженных кукурузин. Но я, видя сию картину, посадил на рассаду кукурузу сорта Мегатон. Там схожесть на сегодня составила 30%. Итого 10 бойцов сейчас растут у меня на участке. Всем спасибо за просмотр. Лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!